Вот уже более 100 лет в нашей стране действуют ЗАГСы. В их работе, как и в зеркале, отражаются все процессы, происходящие в обществе. Через ЗАГСы проходит важная информация для разработки и принятия социальных программ оздоровления семей. На основе этой статистики составляются прогнозы развития муниципалитетов и регионов. Если спросить у многих людей, что они представляют себе, когда слышат слово «ЗАГС», то чаще всего речь пойдет о марше Мендельсона, который звучит во время торжественного бракосочетания молодоженов. Но в действительности полномочия этого важного и нужного всем учреждения намного шире. Помимо росписи молодоженов, отдел ЗАГС выполняет немало других функций и необходим человеку с самого рождения. В нынешнем году в отделе ЗАГСа Славянского района было зарегистрировано 680 браков и 1100 рождений. Самые популярные имена у новорожденных – Артем, Полина, Максим, Анастасия. Самые необычные – Гордей, Ким, Стефания, Демьян. Отдел ЗАГС – это не просто цветы шампанское и свадьбы. Мы занимаемся от рождения, и последний акт тоже у нас – рождение, смерть, браки, разводы, перемена. И, конечно, сердце нашего ЗАГСа – это архив. Потому что к нам приходят люди с разными проблемами. Те, которым нужно вступить в наследство. Те, у которых когда-то, возможно, были какие-то ошибки. Тем более, что архив наш сохранен, может вначале и частично с 26-го года. Те, кто работают в ЗАГСе, должны сочетать хорошее образование с добросовестностью, желанием и умением работать с людьми, старанием принять близко к сердцу их проблемы. И все это есть у сотрудников отдела ЗАГСа Славянского района. И ждем этого праздника, и благодарны, что он у нас есть. Хочу особо отметить, что мой коллектив, с гордостью говорю, что это мой коллектив, очень стабильный. Мы с удовольствием говорим о людях, которые работали, а сейчас они на пенсии. Это Купчина Галина, Шатыла Елена. Они ушли на пенсию, и вместо них пришли молодые специалисты. Требуется специалист в этой работе, не только юридически подкован, но он должен понять сразу любого гражданина, который пришел к нам. Важным событием уходящего года стало завершение серьезного ремонта отдела, после которого он буквально преобразился, приобрел свежий красивый вид. Сейчас наш ЗАГС вообще приобрел совершенно другой вид, другое настроение в нем. Мы всех ждем в ЗАГС, чтобы посмотрели, пришли к нам, оценили, захотели с нами разделить счастье своего бракосочетания, юбиляров. Ну, вы, наверное, уже увидели, что у нас шикарный парк. Наши молодожены с удовольствием, и не только молодожены, ходят, фотографируются и приезжают из других районов. В профессиональный праздник самое время поздравить всех, кто причастен к этой ответственной работе, и пожелать им всего наилучшего. Я хочу поздравить всех работников ЗАГС, всех, кто с нами работает, а это и правоохранительные органы, это и суды, это и администрации, всех с этим праздником. Именно все вместе мы можем сделать так, чтобы наши славянцы, а теперь не только славянцы, потому что мы выдаем документы по всей России, получили ту услугу и ту помощь, которую каждый от нас ждет. Сотрудники ЗАГС продолжают свою работу, которая должна быть аккуратной, безошибочной и вместе с тем душевной, неравнодушной к людям. Они достойны слов благодарности за ежедневный, кропотливый труд. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».